утро всем. Сегодня 30 число, 30 сентября. А у нас утро раннее. В общем, ураган ураганом, анализы сдавать по расписанию. Сегодня, я думала, отменят все, потому что школы, ничего не работает. Вот. А доктор мой что-то меня на анализы сегодня отправил. Ладно, посмотрим. Буду там тест давать или нет. Шлагбаума у нас до сих пор еще нет, его сняли специально на время урагана. Листочки уже все здесь подняли. Вчера службы работали. Вчера у нас у Тимофея друг пришел. Мальчик, ну, американец. И вот они живут как раз, у них сторона, там, где у Лены с Вовой. У них там у всех нету света. И вот он вчера пришел к нам с ночевкой. Такой довольный. У нас дома интернет. Все, короче, появилось. Вот. А, все есть. Вот он вчера с ночевкой остался. Пробовал вчера наш пирог. С рыбой и с рисом вчера мы дали ему первый раз попробовать. Я говорю, давай чай сладкий. Если это такие правила, то говорит, давайте. Вчера они ели, пробовали пирог, и так забыла у него спросить. Жевал-жевал, ничего не понял. В общем, что-то они так долго все это обсуждали. В общем, очень интересно. Ставни вчера все сняли, которые мы надевали. Не все, на первом этаже там, кажется, сняли. В общем, еще на второй этаж нужно либо опять у соседа лестницы спрашивать, либо купить уже свою, большую. Так, лазить. Потому что маленькая эта лестница есть. Он же страшный, наш король. Не знаю, видно было или нет, в общем, такой мужчина ходит, он всегда в костюмах, он то король, то у него корона какая-то на голове, то у него сверху, знаете, какая-то накидка такой, знаете, как принц Замунда. Да, он темнокожий, такой вот, да. Как одежда у него и главный убор, вот как это... Ну, он как будто бы вот правил, у него принц как будто... Принц какой-то Африканской республики. Да, своя как будто страна у него своя там, в общем... Такое ощущение складывается. Всегда, знаете, такая прямая спина вообще. И сейчас тоже я в каком-то фиолетовом костюме. Как бы из бархата, что ли, похоже. Что-то такого. Из короны. Из короны на голове. Так, вот это вот мы едем, это очередь за бензином. Форт Майерс снесло весь мост. Моста просто нет. Туда сейчас никого не пускают. Не, мост снесло между островками. Ну, все равно. Форт Майерс вчера вообще никого не пускали. Потому что у нас там есть чат, девочки разговаривали. В общем, пока туда дороги нет. Кстати, как раз вот у нас есть видео, где мы на лодке плавали. Два раза даже. Мы как раз, собственно говоря, в том месте, где вот прошелся центр. Это самый глаз урагана. Да, это Каптива и Сен-Эбел, по-моему, острова. Вот прям по этим островам он и прошелся. Собственно говоря, там мост как раз-таки на эти острова. Там такие места красивые, и мы приплыли туда, получается, и там, знаете, там нет дорог. Там просто люди только на лодках или на самолетах прилетают на этот остров. И ну, такие домики стоят. Их, наверное, вечно там чем-то сносят. Дикий пляж такой. Интересно. Красивое место. Вода красивая. Вчера мне пишет женщина опять с России, с моей посылкой. В общем, будем сегодня еще звонить и искать. Попробуем, может быть, все-таки она где-нибудь здесь торчит, как бы на какой-нибудь почте, потому что мы до этого все объездили. Сейчас еще раз попробуем, может, какой-то человеческий фактор сработал, я не знаю. Ну, в общем, она мне говорит, давайте еще раз проверим. Потому что в России ей говорят, что ничего еще не возвращалось, никакой информации такой нет. Вот, но в то же время, скорее всего, они узнают, когда к ним уже придет. До 11 октября нужно как бы ее забрать. Вот, буду сегодня еще узнавать. А вдруг она здесь? Кстати, по Тампе он, ну, там немножечко не так прошелся. Он как-то вообще странный какой-то этот ураган был. Он как-то шел около нас, такой эпицентр. И как-то раз ему захотелось, он как-то завернул
этап пошел в сторону Атлантики. Вышел на Атлантику. На Атлантику вышел. Сейчас там где-то опять будет заходить, я не знаю, во Флориде, не во Флориде. Странный, но он уже гуляет. Слабый, но факт то, что он уже идет, как ни в чем не бывало, по Атлантическому. Там, слава богу, все обошел стороной. И многие пишут, вчера мне София рассказывает, что не зря говорят, что Тампа, там древние индейцы, они там как раз вот жили в этой Тампе. Вот я еще рассказывала, Сейфти-Харбор. Да, и там постоянно вот их все обходило стороной. Вот это какая-то древняя еще у них история. И вот Тампу всегда таким образом обходят. Тогда Ирма была тоже, пугали, кричали. И Ирма вот эта страшная была. Обошло все стороной, мы только зря уехали, у нас там листочек только упал в Палм-Харбор, когда мы жили. Вот, так что там, так что на будущее, кто не знает, куда ехать и боится ураганов во Флориде, езжайте в Тампу. Вот там действительно было спокойно. Палм-Харбор, Сефисти-Харбор, Олсмар, какие-то там забор валяется на дороге. Ну ладно, не будем показывать, разрушенный. Разрушенный забор. В общем, так что хорошие районы. Так они вообще работают, у них не просто так сработала смс-ка. Хотя он ставни открытые. Что, коробки какие-то там внутри? Вообще работают, посмотри. А, это строительная какая-то часть. Никого нет, гуляем здесь, когда два сумасшедших. У меня такое ощущение, что просто сработало это сообщение. И вон, и чё, кому идти-то? Такое ощущение, что он не работает, офис-то. Просто свет горит. Да нет, ты чё? Я думаю, они ошиблись. Скорее всего, когда у нас связь появилась, возможно. Так, ну чё, приехали на деревню к бабушке. Короче, здесь вообще все закрыто. Я не знаю, почему, просто сработала система, видимо, меня пригласили. Но у них здесь ничего особо такого сильно не было, но понятно, что никто не работает сейчас вообще абсолютно. Какая нафиг работа? Вот. Но мы усиленно долго стояли и думали, что нам все-таки откроют дверь. В итоге все. Я говорю, собираемся, пошли. В общем, не получилось сегодня. Вот так вот мы прокатились и посмотрим сейчас еще, что работает здесь вообще, потому что в центре находимся, и поедем домой. Лучше бы я, конечно, поспала сегодня, хотела так спать, вчера поздно легли, лучше бы выспалась нормальным образом. Ну ладно, как говорится, видимо, надо было. Что там, поехали? Угу. Так, ну что, я уже дома, приехали, я делаю блины. Приготовила салатик, крем-чиз и рыбу соленую. Я сама ее солила. В общем, буду сейчас блинчики заворачивать. Положу сюда салатик в блин. Все это, в общем, вместе. Вот, и заверну. Так, ну что, вот так вот они выглядят в разрезе. Вот такое вот видео сегодня. Вот такое наше сегодня утро. Сейчас напеку блинчиков и будем пить чай. Будем сегодня удивлять нашего американского друга блинами с семгой. Все, всем всего хорошего. Спасибо, что вы были с нами. И увидимся с вами в следующем видео.